Десятки счастливых детей в ярких нарядах уже на площадке, пока еще не съемочной. Но от этого момент не менее волнителен. На кастинг Первого Ярославского пришли показать себя те, кто грезит о работе на ТВ. Пришла я, потому что мне очень хотелось попробовать что-то новое и открыть для себя что-то интересное. Корреспондент должен обладать прежде всего открытостью к людям и умением работать с людьми. Здесь же для ребят конкурсы и викторины. В роли ведущей – телеведущая Дарья Соболева. Под ее руководством ребята смогли снять напряжение и проявить себя. Помните, но вы так лучше танцуете. Это супер просто. Спасибо большое. Так, следующий танец. Старинный, быстрый, кавказский народный танец под зажигательную музыку. А самая ответственная часть проходит именно в этой палатке. Здесь каждый ребенок может себя попробовать в роли ведущего. Настоящая камера, настоящий микрофон, настоящий кастинг. Мы прекрасно понимаем ваши трудности, сейчас за окном весна в разгаре, но экзамены у вас! Пока самые маленькие делали гимнастику для лица и учились скороговорки, те, кто постарше, уже точно определились, каким должен быть настоящий журналист. Это должна быть четкая речь, импровизация, ну если что-то пойдет не так, и... быть естественной. Среди, возможно, будущих коллег затаились и настоящие певцы. Как только в руках оказался микрофон, песня полилась сама собой. Я умею петь. Я хочу показать, как я пою. Показать людям, показать всем. Показывай. You're broken down night. I am a little life. A merry-go-round. You can find them. I am. Всего рискнуть и показать себя отважились более 50 ребят. 1 июня весь мир будет отмечать особый праздник – День защиты детей. С первых минут рождения на сторону рождения детей каждому шагу становится врач. Неонатолог. Особое внимание таких специалистов заслуживают недоношенные дети. Редко их вес составляет меньше килограмма. Как помогают тем, кто особенно нужны в поддержке, расскажем далее. Наша специальная комиссия будет оценивать участников в течение всей недели. По итогам мы выберем не меньше 5 счастливчиков, которые станут телеведущими и примут участие в съемках детских выпусков новостей. Здравствуйте! Вы смотрите «Первые детские новости» на телеканале «Первый Ярославский». В студии сегодня Цветаева Лиза. Результаты ждите 8 июля в итоговом выпуске программы «День в событиях». Кстати, каждого, кто принял участие в кастинге, мы обязательно покажем в эфире «Первого Ярославского». Не пропустите! Софья Кременецкая, Денис Сахаров. День в событиях.